Она стояла посреди бескрайнего белого поля, стояла и пристально смотрела ему вслед, а она впивалась в него взглядом до боли, до серых мушек в глазах, а он уходил. Его спина таяла, размывалась и становилась кляксой, мутным акварельным пятном. Следом за его спиной потерял фокус пушистый январский снег. Пятнами поплыли деревья и редкие птицы. Золотистый каскад облаков смешался и тек за горизонт горящей малиновой кашей. Солнце потускнело и скрылось, нежно лизнув сетчатку ее глаза в последний раз. И все вокруг погрузилось во тьму. Такую густую и осязаемую, в нее можно было вляпаться и смахнуть с руки, ее можно было стереть с лица тряпкой, такой густой была эта тьма. Она на ощупь пошла домой, то и дело натыкаясь в этой густоте на людей, собак и предметы, извинялась робко, дрожала внутри. Утром она встала на работу. Нащупала в темноте чайник, чиркнула спичкой и ощупью зажгла газ. Она наскоро макнула пальцы в ледяную воду и протерла слипшиеся глаза. Она натянула свитер, взяла какую-то палку, оставшуюся в коридоре после ремонта, и пошла на работу. Настукивая палкой какую-то новую музыку, она стучала палкой по перилам, ступеням и тротуарам, по ребрам заборов и глухим трубам. И музыка эта била по перепонкам и звучала непривычно, разрывающе громко для только что ослепшей. И эта новая музыка пугала прохожих, они видели красивую, милую, улыбчивую, здоровую женщину. Но было в ней что-то настораживающее, непонятно отталкивающее. По улице шла женщина, которая больше никогда не хотела видеть других людей.